750 кустов марихуаны на поле почти в 5 гектаров. В Белогорском районе сотрудники полиции выявили целую плантацию конопли. Владельцем земельного участка с дурман травой оказался местный житель. Теперь ему грозит штраф за непринятие мер по ее уничтожению. Также правоохранители вынесли предписание в краткие сроки собрать и ликвидировать опасный урожай. По истечению 3 дней, согласно статьи 10.5, Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на вышеуказанного гражданина будет составлен административный протокол. Согласно вышеуказанного протокола, он будет привлечен к штрафу в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.